Ну а что, вы думали то, что соседи кончились? Ну не тут-то было. Вы просто посмотрите на эту мордашку. Эта мордашка очень злая, очень серьезная. И я хочу посмотреть, где он живет и какие тайны он хранит. Всем привет, поставьте прямо сейчас лайк. Давайте нажму старт гейм, вы ставьте лайк за 3 секунды. Раз, два, быстрее, я знаю, очень быстрее. И поехали, 3. Начинаем. Я показываю вам, что за это сосед. Это сосед Сквидвард, насколько вы знаете. Я не знаю, напишите комментарий, смотрели ли вы Спанч Боба. Наверное, вы все смотрели, и любите ли вы Сквидварда, напишите прямо сейчас комментарий. И поставь лайк обязательно на видео. Your neighbor squad become very... Ладно, я понял, нам нужно найти ключ, и чтобы выбраться отсюда. Хорошо. Вы просто посмотрите, как он выглядит. Этот офигеть, Сквидвард. Ты серьезно? Воу! А что так огромная, блин, эта штука? Ух ты, на тебе! Ха-ха! Подожди. Ага, смотрите вокруг, что у нас есть. Какие-то дома. Да подожди ты, Сквидвард, не тупи. Ай, блин, застрял. Ай, кто тут кинул мусор? Блин, не буду щадить своих соседей, потому что они кидают мусор, и я убираю. Совсем зрели. Нет, подожди. А интересно, тут есть второй вход? Именно сзади дома, потому что я не хочу заходить спереди. Так, я вижу уже окно. О, давайте зайдем отсюда, почему бы нет? Открыли? Вау. Вы просто посмотрите, какой у него дом. Это просто невероятно. Открывай. Сквивер, ты, конечно, прости. Оу! Блин! Нет, не трогай меня! Вонючий Сквидвард! Тихо! Ох ты, блин! Это было жестко! Это было реально жестко, подождите! У меня есть идея поменять, ничего не поменять. Я хотел, блин, лэнгвич поменять. Ну ладно. Офигеть! Так подождите. А как мне получается искать ключ, если он выходит на улицу? Через парадную дверь. Потом заходит внутрь, и мы не можем ничего сделать. Очень сложно. Ладно, Сквидвард, я понимаю то, что Спанч Боб, то, что тебе, получается, Патрик, они уже надоели. Они хотят тебя каждый раз потроллить и так далее. Ну, держи! Блин, не попал. Ладно, уходи. Уходи отсюда. Так, он заходит внутрь. Давайте пойдем за ним, почему бы нет? Так, коробочку мы возьмем. Да, пойдем за ним. Потому что он пойдет сзади дома, а я не хочу идти назад. Поэтому я пойду через передние парадные двери. Так. Ну что? Ты что тут делаешь? Держи! На! Вау! Ха-ха! Прикол! Он даже... Ух, блин, ё-моё! Капец, он очень быстрый! Я не подумал! Даже не думал то, что он такой быстрый! Сквозь дверь я прошел! Да ты успокойся! Сквидвард! Ты давай не дури! И... Прыгай! Ха! Не можешь сюда пройти! Вы просто посмотрите, какой у меня дом! Вау! У меня дом круче, чем у тебя, понял, вонючий Сквидвард? Офигеть, ну у него трехэтажный. А, нет, держи! Уху! Все, давай беги. Беги сюда. Открывай. Открывай быстрее. Вау, открывай. Нет. Воу, щит! Хелп! Хелп! Да ладно, как он такой очень быстрый? Это же нечестно. Вы это видели? Он быстрее всех бегает, как Флэш. Вы знаете этого Флэша, да? Супергероя. Он бегает именно так. Ладно, тогда у меня есть вторая идея. Мы зайдем через неординарный вход. Ну ладно, как хочешь. Как хочешь, Сквиллер. Да, я буду так же тебя бесить, как Спанч Боб и Патрик. Так что ты давай не радуйся, то что там типа якобы один будешь жить. Не-не-не, ты будешь жить со мной. Ха-ха, потому что я проберусь к тебе. Так, он идет сюда, открой. Тише. Вау, ну у него дом, смотрите, какой огромный и длинный, да? Совершенно очень крутой. Так, опа, кроватка Сквидварда. Мы можем тут прятаться. А вот и security комната. Нам, походу, нужно забраться как-то туда, да? Да, пожалуй, скорее всего, да. Так, забери. Забрали. Так, Сквидерчик, давай. Я иду к тебе. На всякий случай коробку возьмем, а то ишь, блин. Отлично. Давай проберемся сюда. Мне нужно найти ключ, но вот я не могу его найти почему-то. Наверное, он где-то спрятан. Смотрите, он играет тут приставку. Интересно, какие игры он играет, да? А какие игры вы любите, ребята? Напишите комментарии. Будет очень интересно посмотреть. Именно
твой коммент, будет интересно посмотреть. Так, забрали ключ. Забрали. Все, идемте к security кейм. Да-да-да, уходим. Вот тут была какая-то комната. Так что открываем ее прямо сейчас. Ой, подожди. Вот тут, да. Вот она, вот она, вот она. Открывай прямо сейчас. Фу, отлично. Супер. Откроем. Вау, смотрите, мы пробрались. Мне нужно было взломать его компьютер. Оу, е! У нас получилось. Блин, ну пока что интересно. Пока что Сквидвард, он такой, знаете, такой гибкий, очень слизистый такой сосед. И у него очень огромные брови. Вы просто посмотрите. Он реально злой. Злой Сквидвард. Я тебе сейчас покажу, что такое, блин, обижать соседей. Давай, давай, давай. Нам нужно что сделать? Не знаю. Ладно. О! Ну что? Опять вернулся? Тебе мало было прошлого раза? Ха-ха-ха. Ну ладно. Сейчас я позвоню Спанч Бабу, чтоб он тебя забрал. Нет, меня точно не надо забирать. Тихо-тихо-тихо-тихо. А я проберусь отсюда. Ха-ха-ха. Ну что? Ну-ка, пришел сюда. Ты что тут делаешь? Ничего-ничего. Я просто бегаю по твоей окрестности, а ты бегаешь за мной. Ты что, совсем тупой, что ли? Открой! Yes. Пробрались? Давай, открой! Нет, 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 нет. О, щит, он бежит за мной! Help! Help, не могу взять! Я думал, возьму! Не берется тот предмет! Вау! Вы видели? Офигеть! Так, нам нужно найти книгу и, получается, взломать его компьютер. Все понятно. Что мне нужно сделать? Хорошо. Сквидерчик, ты давай не дури. Держи. На тебя. Ха-ха. Бой. Открывай. Не-не-не-не-не, не беги за мной. Ты не должен бегать за мной, понял, да? Я не твоя собачка, блин. Если я потерялся, значит, ты должен меня забыть. Давайте поднимемся на второй этаж. Я тут не был. Ну-ка, какой секрет у Сквидерда, ну-ка. Вау. Вы просто гляньте, что у него тут вообще есть. Ух ты, ну что у него все разрушено как будто, да? О, вот и наша дверь от security room, да? Ну, нам нужно найти ключ, скорее всего, на третьем этаже. Ой, блин, да ты задолбал, слушай, чел. Так когда ты успокоишься? Так, возьми предмет. Держи! На тебя, открой! Прыгай! Вау, тихо! Тихо! О, он меня потерял, боже! Это было жестко! Это было жестко! Вот, блин, Сквидвард вообще бешеный чувак! Так, лянь! А это еще не все! Вы что, думали, все? У него дом бесконечный! Невероятно! Так, забери эту коробочку, на всякий случай, чтобы мы его сейчас усыпили, да? Ладно, пробираемся сюда. Так. Давай. Открывай. Блин! Ты офигел, что ли? Ах ты, блин, бежишь за мной все равно, да? Ну ты, я тебе не дам, слушай. И держи! По башке! В смысле? Да ладно! Вы это видели? Это невероятно! Это нечестно! Ха-ха-ха! Я вкинул в него! Офигеть! Ну это просто нечто! Ну все, иди сюда! Держи! Попаду! Давай, блин, не попал. Да ладно, это шутки какие-то. Иди сюда, еще раз, держи. Блин, какашка, да ты не двигайся. Только можно двигаться. Да заберись предмет. Да предмет не берется. Блин, вонючий Сквидвард. Какашка, я к тебе вернусь еще раз. Если мои подписчики оценят это видео, поставят лайк и напишут комментарий. Гоу, продолжение Сквидварда, я к тебе вернусь и накажу и пройду все уровни. Как назло к себе, понял, да, вонючий Сквидвард, Сквидвард Кос? Сквиркоспирдос, вонючий молокосос. Ха-ха. Ну что, как тебе такое, обзывалка, а? Так, тихо, смотрите, он не видит меня. Ну-ка, что у нас там в машине? А? Кого эта голова там? Никого не вижу. Ну ладно. Хопа, на машину не могу запрыгнуть. Но я хочу взорвать его тачку. Ну-ка, давайте попробуем взорвать ее. Ха-ха. Ну-ка, держи. Взорвись. Блин, взорвается. Что за фигня? Ладно. С тобой все понятно, Сквидрикос, Спирдокос. Так, интересно, открывать двери? Не открывается, походу. Хорошо. Заходим внутрь. Нужно искать ключ от security room, да? О май гад, это, конечно, жестко. Эта игра очень интересная в том плане, то, что он неординарный какой-то, да? О,
Ну вот ванну я люблю. Я хочу помыться тут. Было бы хорошо, да? Так, Сквидеркос, ты где? Сквидеркос? Оу, щет! Ты что, блин, там делал? Смотрите, какие у него руки. Блин, ладно, ребята, короче. На этой ноте я закончу. Мы зашли к нему в гости. Мы узнали все секреты пока что. Не до конца. Но я хочу узнать полностью весь дом и весь его секрет. Все. С вами был я, Игорь Кудор. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. С вами был я, Игорь Кудор. Всем удачи, всем спасибо. Всем хорошего, делайте добро. Не делайте зла. Всем пока.